Нога! А вы кто? Полагаю, пришли за мной из-за... И давно вы в этой адской кухне? 4 часа. Пошевеливайтесь, профессор. Нам некогда. Секундочку. Вас не предупредили об опасности? Они в своем репертуаре. По всему комплексу распылен вирус инстинкт. И вы теперь заражены. Сколько вас всего? Осталось 3, надеюсь. Какой же мерзавец этот первый. Видели здесь чудовище со стеклянными глазами? Вас ждет то же самое. Максимум через 6 часов процесс станет необратимым, а то и раньше. Вирус превращает людей в тупых, беспощадных зомби. Твою мать. А вакцина есть какая-нибудь? Откройте-ка этот контейнер. Код TC752EFAEP. Но здесь только одна ампула. Не волнуйтесь, я дам вам еще. Уколите же, ну! Легкий побочный эффект.
Силы скоро вернутся. И вы даже не представляете, какие. Признаюсь, я вас обманул. У меня нет вакцины. Есть антидот. Вон он лежит. А вам я вколол протавирус. Протавирус Инстинкт. Умоляю, выслушайте меня. Антидот приостанавливает действие вируса всего на 10 часов. А зараженный человек все равно обречен. У вас в крови протавирус Инстинкт, за которым теперь все охотятся. Негодяи с его помощью смогут создать самое страшное в истории человечества оружие. Будь проклят этот первый. Он обманул нас, понимаете? Изначально у нас была благородная цель создать уникальную вакцину против большинства неизлечимых болезней. Ну-ну. Как ни странно, противоядие содержится в самом вирусе. По формуле, которая в вашей крови, ученые в считанные часы создадут вакцину, полностью уничтожающую его действие. Понимаете, для чего вы мне нужны? Ведь десятки лет такие же исследования велись и правительством США. У вас есть шанс не допустить мировой катастрофы. Свяжитесь с моим другом, академиком. Ему можно доверять, он знает, что делать. Возьмите антидот для ваших друзей. Поспешите к академику, времени мало, меньше суток. Но для вас еще не все потеряно. И для миллионов людей. Опять обморок. Скоро пройдет. Через час-два протавирус сделает из вас суперсолдата. Еще и поэтому все охотятся за Инстинктом. А теперь и корейцам, и координатору нужны именно вы. Так что сверхспособности будут очень кстати. Ну что ж, я безумно счастлив, профессор. Правда, вы станете похожи на этих зомби, но пока только внешне. Часов через 20 обратного пути уже не будет. Постарайтесь успеть. Это все? Есть у меня подозрение, что координатор работает не один. Ну и? Я уверен, что кто-то из вашего отряда отлично понимал, куда и зачем он идет. Намекаете, что среди нас был предатель? Или есть. Ведь остались еще двое. Но кто-то точно работал на первого. На кого? Товарищ первый. Он же координатор, он же Михаил Иванович Козлов. Этот гад ни перед чем не остановится, но получит протавирус. То есть вас. Понимаю, учту. Теперь уходим отсюда. Времени у нас мало. У меня осталось меньше часа. Потом я стану таким же чудовищем, как все, кто здесь работал. Это расплата за мою ошибку. Приступить к эксперименту. Будьте внимательны. Антидот у меня. И что дальше?
Слушай, разблокируй дверь, которая ведет в твою часть вивариума. Я доберусь до тебя, вколю антидот, и мы сваливаем. А что дальше? Дальше? Как фишка ляжет. Ясно. Иду. Дождись меня! Не высовывайся! Отвлекаешь! Потерпи! Назад! Не лезь! Слышишь? Мне твоя жизнь важнее! Нет! Нет, Ира! Ирка!